В летнее время вместе с увеличением надоев снижается закупочная стоимость сырого молока у сельчан. Они практически остаются без прибыли. Чтобы поддержать молочное производство, в правительстве республики одобрен комплекс мер государственной поддержки. Из бюджета республики на поддержку селян планируется выделить 186 миллионов рублей. Субсидии получат около 20 тысяч личных подсобных хозяйств. Предлагаемый механизм господдержки предусматривает предоставление субсидий каждому личному подсобному хозяйству, имеющему дойных коров, по ставке. Если одна голова в подворье, то 2300 рублей – где две коровы по 3300 рублей на каждую корову, где три коровы и выше на каждую корову 4300 рублей. К выплатам планируем приступить в конце июня. Максимально сделаем, чтобы до 1 июля уже довести выплаты. Механизм получения субсидий простой. Жителям нужно обратиться с заявлением в администрацию своего сельского поселения. В документе указать банковские реквизиты, количество дойных коров и обязательство сохранения поголовья до следующего года. Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика.